признают в основном те СМИ, которые пишут или рассуждают, или создают какие-то репортажи о личных финансовых или житейских делах высших российских сановников. Так было с ФБК, так с проектом и так далее. Она как бы срывала с них маски, срывала с них покровы, эти расследования. И в ответ они, естественно, идут по пути любого тиранического, любого олигарха диктаторского режима. Это уничтожить всех, кто свободно говорит, оставить тех, кто не может заниматься такими расследованиями, остальных просто держать в патриотическом таком маразме, в патриотическом неведении. Так формируется олигархия.